В России отменят выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. ТАСС со ссылкой на указ президента Владимира Путина сообщает, что в России с 1 января 2020 года отменят компенсацию в размере 50 рублей по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет. Уточняется, что указ главы государства от 30 мая 1994 года утрачивает силу. Старый документ определял порядок начисления компенсационных выплат. Деньги получали женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Тем, кому данные выплаты были назначены, будут их получать до установленного срока. Также ранее глава государства подписал указ, который увеличивал число семей, получающих пособие на первого и второго ребенка. На этом у меня все. Следите за новостями из жизни столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!